Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск обновления 1.3.86. Чуть ранее я показал видео с обликом Виксаны, который мы получим за 12 сезон, и это факт, подтвержденный разработчиком. А завтра покажу изменения в дополнительном навыке возмездия, которые упростят игру с ним. А еще покажу хитрый приемчик на Грейнджера. Облик Джонсона, король разрушения, будет доступен с 15 июня в коробке удачи. Изменение героев. Дариус, которого мы получим 15 июня, если верить письму. Первый навык. Немного увеличили базовый урон. Ранее был 350 на 6 уровне, теперь будет 450 на том же уровне. Второй навык. Время уменьшения брони противника увеличили. Было 2 секунды, а будет 4 секунды. Ульта. Вот в навыке не описано, а в изменениях указали размер дополнительного урона. Ранее бонус был 20% от потерянных хп противника. Теперь будет 25%. Все вместе это хороший баф. Адетта. Ульта. Ранее повышали бонус к защите до 60%. Теперь чуть сбавили. Бонус будет 50%. Аргус. Второй навык. Теперь, независимо от уровня, попадание навыком дает ускорение бега на 40%. Считай еще один баф. Похоже, он будет играбельным. Хилос. Первый навык. Теперь Лолита не будет щитом блокировать этот навык. Видимо, ранее система считала его за короткий выстрел. Эсмеральда. Первый навык. Теперь размер щита, который дает навык, не будет превышать 50% хп Эсмеральды. Но знаешь что, стакать его можно будет все равно сколько угодно. Это скорее ограничение для билда Full Mag Attack. Изменение поля боя. Изменили модельку и эффекты лорда. Да. Конец 12 сезона будет 23 часа 59 минут 59 секунд 28 июня. Это по серверному времени. И все, кто мастер и выше, получат скин Виксаны. Ну а на этом по важным новостям все. Если видео тебе понравилось, подпишись на канал, покажи его всем своим друзьям и поставь свою замечательную лапку. Удачи, друг!